А вы знали, что спиннер действительно незаменимая вещь? При помощи спиннера очень просто сделать укладку, даже на выпускной. А, да. Идеально. Также можно разрезать бумагу. Это я вам не шутки шучу. Также спиннер можно использовать как овощечистку. Алло! А еще ее можно убить надоедливого соседа. Пожалуй, самое реальное применение. Я люблю лето, да это же проще простого. Наконец-то можно дать коже отдохнуть и ходить полностью не накрашенной. Ага, конечно. Никаких курток, только легкая одежда, короткие шортики. Так, раз, два, с Богом. Можно продемонстрировать всем свою фигуру и подготовку к лету. Говорила мне мама, жрать меньше надо. Просто посмотрите на эти ляхи. Я жирная. Наконец-то нормальная погода. Блаженство. Дайте воды. The next morning. Чё так холодно-то? -5? Сколько? Море, пляж, песочек, водичка. Пришла за пледом, плед взяла. Можно уходить. Этот плед возьму. Я это тоже. Блин, это тоже прикольный. Можно красненький еще. А можно еще вот это тоже. Спят усталые игрушки, книжки. О, часики. А время-то тикает. Посторонним вход воспрещен. Мне туда. В голове моей кружится ветер, вместе с ними моя голова. Схуяла моя хот-дог. Брынь, давай ты на чувата. Моя прелесть. Ничего, так не бодрит, как утренний кофеёк. Где все чашки? Эй, толстый. Лайк поставь. Блин, ребята, смотрите, какой крутой замок. Ну давайте сходим. Видите вот этот замок? Вот этот замок. One hour later. Не-не, ты слушай дальше. Сейчас вообще интересно будет. В общем, Герхард, он замуровал свою жену. Ну замок как замок, как и все другие замки. Нечего на него смотреть. Пошли. Не то. Мне не нравится. Не то! Это все не то! Я буду самая красивая на выпускном! Здравствуйте, я хочу у вас платье на заказ пошить. Вот как из новой коллекции Дольче & Габбана. Такое розовенькое или... Ну можно голубое, в принципе, вот что-то такие стрелочки, вот так вот. Тут были поездочки, тут поезд такой вот был, чтобы сисечки красивые сидели. Камень, возьмите самую дорогую, шелковую, деньги вообще не проблема. А я и так пойду. Так, блин, как же это работает? Я же смотрела сегодня видеоурок в Инстаграме. More moments later. Я, наверное, лучше куплю все-таки. Пожалуй, пойду как всегда. Ой, простите. Ой, прости. Ачу! Ачу! Пиши в комментариях любимый смайл.